Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы проведем очередное комбинированное занятие за курс первого класса по русскому языку и по математике. Предыдущее занятие вы можете найти в плейлисте, который так и будет называться. Также я рекомендую вам подписаться на канал «Репетитор по русскому языку» и писать диктанты без рекламы. Приступим к выполнению упражнений. И сначала мы выполним упражнение по русскому языку. Первое задание. Запишите, вставляя на месте пропусков имена девочек, спрятавшиеся в конце имен мальчиков. Познакомьтесь, это Ваня. С ним стоит соседка. И вам надо в слове «Ваня» найти имя девочки и записать, какое здесь имя девочки. Правильно, Аня. Как пишутся имена? Имена пишутся с большой буквы. Записываем. Познакомьтесь, это Ваня. С ним стоит соседка Аня. И самостоятельно выполните следующие две строчки. Проверим. Всех смелей, конечно, Вася. С ним идет Сластена. Какое слово вы записали? Верно, Ася. Слово Ася нужно написать с большой буквы. Здесь орфограмма имена собственные. Имена собственные пишутся с большой буквы. Подчеркните орфограмму. Выполняем следующее задание. Нужно записать слова по алфавиту. Морковь, бабочка, девочка, портфель и пенал. Чтобы записать слова по алфавиту, нам нужно алфавит вспомнить. Произносим буквы вместе со мной. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. И краткое К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Чтобы записать слова по алфавиту, нужно из этих слов найти слово, которое начинается на ту букву, которая ближе всего к началу алфавита. Это слово «бабочка». Запишите первое слово с большой буквы. Остальные слова запишите с маленькой, а потом проверим. Проверим, как вы записали слова по алфавиту. Первое слово – бабочка, девочка, морковь. И у нас два слова, которые начинаются на одну и ту же букву – портфель и пенал. Здесь нужно обращать внимание на вторую букву. В слове «пенал» буква «Е» находится ближе к началу алфавита. Значит, после слова «морковь» мы пишем слово «пенал», а затем слово «портфель». Мы написали слова по алфавиту. Если вы выполнили так же, поставьте себе восклицательный знак. Вы молодец! Работаем дальше. Следующее задание. Теперь мы выполним два задания по математике, а затем еще у нас будет списывание. Задание по математике. Подчеркнуть нужно правильный ответ. В данном случае подчеркивать мы не будем, а просто назовем правильный ответ. Ольге 12 лет, а Кириллу 9 лет. Через сколько лет Кириллу будет столько же лет, сколько сейчас Ольге?
И у нас варианты ответов: через 12 лет, через 9 лет, через 3 года. Какой правильный ответ? Подумайте. Кириллу будет 12 лет через 3 года. Если вы ответили так же, то вы молодец. Следующее задание. Нам нужно сравнить выражения, поставить знаки «больше», «меньше» или «равно». Запишите эти выражения. Чтобы сравнить, сначала нужно сосчитать. К 12 прибавляем 3. Затем от 20 отнимаем 5 и сравниваем результаты. Выполните это задание, потом проверим. Проверяем. К 12 прибавить 3, получится 15. От 20 отняли 5, получится 15. 15 равно 15. Значит, в первом выражении нужно поставить знак «равно». Второе выражение. От 9 отнимаем 2. От 9 отнимаем 2, получится 7. От 17 отнимаем 13, получится 4. 7 больше 4. Если вы выполнили так же, поставьте себе восклицательный знак. Вы молодец! Следующее задание у нас будет списывание. Послушайте внимательно это задание. Выполним следующее задание. Нужно списать текст и вставить пропущенные буквы. Обратите внимание, здесь слова с буквосочетаниями «жиши», «чаща», «чущу». Важно помнить, что «жиши» пишется с буквой «и», «чаща» пишется с буквой «а», «чу-щу» пишется с буквой «у». Поставьте ролик на паузу, спишите эти предложения, вставьте пропущенные буквы. А затем мы с вами проверим. Проверим ваше написание текста. Чудный день. Буква сочетания «чу» пишется с буквой «у». Чудный. Подчеркните орфограмму буквосочетания «чу». Аня и Коля зашли в рощу. «Чу-щу» пиши с буквой «у». Орфограмму подчеркните. Там цвели ландыши. Буквосочетание «жи-ши» пиши с буквой «и». Они похожи на чашечки. Похожи. Жи пиши с буквой «и». Чашечки. Ча пиши с буквой «а». Как хороши эти цветы. Ши пиши с буквой «и». Орфограмму подчеркните. Мы приехали на дачу. Чу пиши с буквой «у». Дача была у леса. Дача. Ча пиши с буквой «а». Весь день звучали песни птиц. Ча пиши с буквой «а». У дачи широкая река. Ши пиши с буквой «и». Над водой кружились. Жи пиши с буквой «и». Чайки.
Ча-пиши с буквой А. Мы поймали щуку. Щу-пиши с буквой У. И двух лещей. Все правильно. Кто не успел выполнить это задание, поставьте ролик на паузу, перепишите текст, подчеркните орфограммы, буква сочетания ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА и ЧУ, ЩУ. А с вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго, до новых встреч, друзья!